Вау! Привет, коняка! Привет! Масэ, ну нельзя быть опять таким ревнивым самцом. Волка, привет! Привет, как увидела, так с другого конца побежала, да? О, Масэ, ну взял и обрызгал. Шо ж ты такой стал ленивый лев? Вау, 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 ай ты боже ж ты мой. А, тебе хочется и поластиться, и показать свой характер. Вау, что такое? Ты ее загоняешь и опять вот, да, прямо ты весь, ну ты и метит, и метит, и метит, и метит, и метит. Вова, что, загуляла, что ты мега-самца включил? Прямо я не узнаю тебя. Весь на нервах. Я же не против, она твоя. Просто дай поснимать. Не будь таким букой. Я отгородил, чтобы не подходила. Лола. Ну, ревнивый тебе муж достался. Да уже не могу ж тебе даже подойти, ты понимаешь? О, Марсель весь на нервах. Ох. Что-то мне подсказывает, что в этом году не все так просто. Да, будет у Марселя. Да. Ну иди поговорим. Масэ, хватит. Вот ты ж боже ты мой. Я ж не подхожу. Я так буквально издали. Видно, будут у нас маленькие масельчики. И метит, и метит. И гребет. Что-то мне подсказывает, что в этом году Масель не будет просто так склонять голову перед всеми львами. И что? И любовь? Нет? А вот так. Нужно было подпустить ее, хоть пообщаться. Вот и ты получил отказ. Не даешь мне поснимать. И Лова на тебя обиделась. Вокруг накручивает. Ну, он, конечно, красавец. И гены будут замечательные. Передаст потомству. Олежка, что в домике сидит? Ты включил мега-самца? Вы помните, как вел себя Марсель в этом году в саванне? Он склонял голову, ложился, не вступал ни в какие битвы, в основном это было крайне редко. О, ты ко мне уже лучше, бедная, не подходи. Побежит след, там уже чувствую. Масель, это не я. Я не делала никаких телодвижений, да. Твоя. Твоя. О, я бы тебе с удовольствием подошла, но не в такой ситуации. Вот уж, что ревность делает, а? Вау, вау, вау. Да, ой, ты боже ж ты мой, я же не подхожу, я уже за 2 метра от вас. Лола, ты стала такой
гляди, лапой под попу ее раз. И главное, сам же ластится. И хочется, называется, и колется. Лола, ты такая стала покойная, послушная. Что он тебе говорит, то ты и делаешь. Посмотри, какая она стала упитанная. Все царапинки зажили. Но против его воли не идет. Я прямо удивляюсь Марселю. Да, Лола. Пошла, пошла, пошла. Ох, и не подходила я. Ну, снять же хочется. Ага. Не подхожу, не мешаю. Держусь издали. Как ты скажешь, дорогой, так и будет. Шипит. Не хочет Лола твоей любви. Получил? Фашист гранату. Ты бы с ней по-человечески. И она бы ответила на любовь. Ну, охраняй свое сокровище. Я даже не иду. Вот смотри, я даже не иду. Все, охраняй свою драгоценность. Я пошла, разбирайтесь сами. Может, и уговоришь. Не будем подсматривать. Все, пока-пока.